появится, если с ним ничего не случилось. Свои. А ты кто? Гук. Пароль. Буря над Бугом. Еще не время. Слава героям. Героям слава. А это кто? Мирон. Мы с Туром отлучимся. Не скучайте тут без нас. Не соскучимся. Жар. Сука. Жар оставил при себе Мертон, американец. Евгений ему приглянулся. А Ворон? Ворон погиб при переходе границы. Врешь. А ты пойди сам проверь. Говори правду. Документы какие у Ворона были? В твоей службе опасно врать, Гог. А документа у Ворона не было. Тебя чекисты завербовали. Мои информаторы засекли. Ты входил в здание НКВД во Львове? Брешешь, Гук! Никуда я не заходил! Мне доподлинно известно. Выкладывай все. Иначе на куски изрежу. Если тебе все известно, давай накидывай свою удавку и дело с концом. И накину, Тур. Накину. Я чистым ушел на запад, Гук. И чистым вернулся. И твое недоверие. Он еще обижается, видали? Шатался черт знает где. Меня посылал Рогозный. И я выполнил все, что мне было поручено. Сколько человек погибло из группы Мирона? Четверо. А с ним как встретился? Случайно. Чего он хочет? А ты пойди у него спроси. Ладно. Это ты, Гук? Я. Встреча назначена. Когда? Узнаешь. А Тур где? Где надо. Так где же твоя группа перешла границу? Советского погранзнака 205. А польский какой?
забрал. Торопились, жавнежи опасались. А зеленоголовых? Еще как. Напоролись на них вся кровь. Так, а где ж ты лежал при перестрелке? Прямо против погранзнака. А те двое что с тобой? Дуда был справа от меня. Чуть дальше брыль. Ага. Ну а кто ж у тебя убит, кто ранен? Ты их не знаешь, Гук. Гук все знает. Отвечай быстро! Ну, наверное, убиты Михайлик и Парубок. Тяжело ранен Кремень. Что? Прикордонники схватили его? Полагаю, да. Пришлось бросить. Сами еле ноги унесли. Так, так. Василя Белошапку знал. Знал. Его же кличка Кремень. Ранено, говоришь. Тяжело. Холера ясно. Сейчас ты его увидишь. Кремень остался на кордоне. Очередь прошила ноги. Эй, Василь! Спускайся! Я пришел жаловаться. Это же хрен знает что. Хлопцы из резидентуры пропаганды украли у моих полбарана. Разберись и накажи. Ворюги проклятые. Не вовремя, Гнат, ты пришел. Зайди через час, я разберусь. Грубо работаете. Пусти. Кому говорю? Слухать нельзя. Ах, ты, ирод окаянный. Да я тебя сейчас как... Что за шума, драки нету? Почему меня не пускаешь? Я с этого хутора. Я вот скажу Рогозному. Иди.
Чего это вы здесь? Чего-чего? Ничего. Девку хотел обнять. А что, нельзя? Что, понравилось? А вы здесь неплохо устроились, а, Гуф? Тебе Гук передал, зачем мы здесь? Передал. Но мы с твоим вопросом по времени. Что значит по времени? Есть дельце поважнее. Будь поздно, Клим. Мне твоя помощь необходима сейчас. Надо задержать переселение украинцев из Польши. Любуешься, Гук? Нравлюсь? А ты не девка, чтоб нравиться. Тихо. Тихо, дитя. Тут уже ничего не зробиш. Що ж зробиш тут уже? Тихо. Сидь, кажу. Сидь. А то я сам плакать начну сейчас. А мужикові не важе плакать. Не плач. Армії Крайової на нас наплевать. А хто поможе нашим братьям? Ти поможеш нам, ми поможемо тобі. У нас діло срочне. Можна подумати, Ісус Христос умирає. Не скалься, Мирон. Наше дело связано с Западом, с Англией, с Америкой. Обожди, Клим. Я в большую политику не лезу. У меня голова о другом болит. Главная боль наша общая. Как вогнать в гроб коммунистов? В Польше ждут друзья. Сможешь переправить их сюда? Шутишь, Клим. Втягиваешь, черти куда. Куда надо. У Мирона хлопцы отменные. Бывали в переделках. Ну? Что ну? За меня разжевали и в рот положили. А глотать должен сам. А, не знаю. Подумаю. Ну, думай, думай. Только на нашу помощь потом не рассчитывай. Мы люди слова. А в подмогу тебе дам... Тура еще кого-нибудь, а? Загоняешь в угол, Клим. Тебя загонишь. Я чуть не умерла, когда увидела тебя. Думаешь, я не испугался? Такая обмер. Скажи, кто ты на самом деле? Что я должна думать? Ты веришь в меня? Я боюсь за тебя.
За отца, за сестру. Скоро этому придет конец. Не бойся. Ты получил мое письмо? Даже написал ответ. Правда? Письмо ждет, не дождется тебя в Киеве. Скажи, а что ты написал? Значит так. Здравствуй, дорогая Кристи. Я жив-здоров. Служба идет как положено, то есть хорошо. Одно только плохо, что ты далеко от меня. Я часто вспоминаю Киев. Наши прогулки над Днепром. Твое общежитие. Твоих языкастых веселых подружек. До вашего возвращения боевые действия прекращаются. Это нам поможет. Как ты считаешь, Мирон? Разумно виднее. Что за настроение, Мирон? При чем здесь мое настроение? Слово дал, значит, надо. А вот это по-нашему. Если серьезно, Клим, то улип я, холера. Я... За нами не пропадет. Все, что обещал, все выполню. Смотри в оба. Добрые хлопцы, а? Мертона они мне достанут. А так, по уголочкам раскладывай. И бережно. С кормом на зиму. Лето дарит. И тот уголочек. Вот так, вот так. Аккуратненько. Опять нечистая сила несет. А ну сгинь. Спрячься. Слава героям. Чего молчишь? А что говорить? Ты что-то хмурый сегодня, старик. Чего веселиться? Война давно окончилась, а людям покоя не даете. А ты как думал, науку такую знаешь, философию? Все живое грызет друг друга. Человек... Не зверь. А ну, катись отсюда. Не зверь. Живо! Най тебе нагло крыв зали. Шляк бы тебе прапил. Не люди, а ироды. Да, пожалуй, ты прав. Места лучшего не найдешь. Пора посылать связное. Доверяешь? Опустят письмо во Львове в почтовый ящик и все. Итак, сбор через 5 дней. Сначала наши дела, потом займемся Мертоном. Ты мудр, а Кизьмий. Обговорим наши просьбы и требования к господину Мертону. Кстати, Гук, надо подтянуть дисциплину. Кое-кого стоит припугнуть. Правильно. А заодно покажем американцу, что мы сила. Мощь фашизма лежит в руинах, но мощь коммунизма угрожающе возросла. Советский Союз, главный союзник западных держав в войне, стал их главным противником в послевоенном мире. Как отмечают западные обозреватели, война союзников против советской тирании – решенный вопрос.
И в этой святой войне объединяются все силы, выступающие на стороне цивилизованного общества и демократии. И пусть знают наши друзья за советским железным занавесом, что наши энергичные усилия зальются циклом, который по справедливости следует назвать напороться бы. Тихо. Чего занылся, Крав? Пошел! Куда ты, Доню? Убирайся. Посылаю, тату. Куда? Во Львов, а потом назад. Кто же это тебя посылает? Кто? А ты не догадываешься. А зачем? Батька ж питают, то можно и сказать. Велено не говорить. Сказали, держи язык за зубами. Грозили тебя убить, если что. А я не дозволяю тебе никуда ходить. И думать не смей. И им так скажи. Батька, не дозволяю тебе по всему. И по всему! Отпусти меня, тату. Не идти надо. Помнишь, они приходили в стадолу? Угу. Ну? Так вот, когда ты ушел, я сидела в сене и все слышала. Они говорили, что у нас будет сбор. Когда? Через
5 дней. Поэтому они меня посылают. Я должна идти, понимаешь? Понимаю. Постой. Ой, Господи, Боже мой. Доню. А ты знаешь, что мы сделаем? Что? А ты? Ты пойдешь в город. И все будешь делать, как они тебе сказали. Но перед этим ты найдешь Советскую улицу и дом номер 17. Советская 17. Запомни, Советская 17, там проживает Петренко Иван Федорович. А кто это? Один мой знакомый, хороший человек, партизан. И ты ему скажешь, что ты дочка Тарасюка, и так, мовляв, и так. И хай береже тебе Бог. И бережи себе. Ну, притормози, красотка. Куда в такую рань? А вам что? Какое до этого дело? А нам до всего дело. Где бумаги? Съела. Ну, не дури, девка, где бумаги? Хватит пялить глаза. Тарасюка уже веры нет. Ну, ладно, 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 ладно. Если попадешь в руки чекистам, буду молчать. Помни, то, что лежит в конверте, кроме нас никто не поймет. Будь осторожна. Немаленькая, догадываюсь. Ладно, иди. Thank you.
Поймите, Кристина, вы сделали все правильно. Но вот домой сейчас возвращаться вам не надо. Почему не надо? Почему? Господи. Нужно повременить. Совсем немного. Ну зачем? Ради вашей безопасности. Нет. Вы меня лучше не уговаривайте. Не надо. Я сегодня же назад. Я вам говорила, что будет, если я вовремя не вернусь. Ведь вы же не знаете, какие-то люди. Они же отца моего убьют. Послушайте, Кристина. Остановите машину, я выйду. Ну вот тебе раз. Зачем же выходить? Значит так, сейчас я вас отвезу на квартиру Андрея Ольховика. Андрея? Вот, отдохнете, переночуете. Он что, здесь? Он будет во Львове через двое суток. И знаете, наверняка обидится, если вы уедете, не повидавшись с ним. Нет. Что же, я здесь буду ждать, пока убьют моего отца? Вы считаете, по-вашему, это будет правильно? Да? Поверьте, Кристина, мы сделаем все, чтобы этого не случилось. А я, между прочим, приглашен на вашу свадьбу. И на вашем месте, пани Кристина, я бы не откладывал это в долгий ящик. Все будет хорошо. Я прощаться пришел. Уезжаю. Куда? Да так, на маленькую войну. Значит, скоро вернешься? Я постараюсь. Но ты же знаешь, граница — это не шутка. Я знаю. Я родился на границе. Да. Я помню, как отец привез тебя на заставу. Интересно, какой я был? Такой маленький, крикливый сверток. Отец очень гордился тобой. Я тоже им горжусь. Это правильно. Значит, ты настоящий мужчина. Жалко, что я заболел. Доктор сказал, это последствия войны. Это правда? Ничего. Все последствия пройдут, ты вырастешь, окрепнешь и будешь здоровый мужик. На радость нам, на зло врагам. Ну все. Спи. Спокойной ночи. Береги себя. Есть.
Panie Merton, w ciągu 3 godzin grupa przeprowadzenia będzie gotowa. Niech pan trochę odpocznie. Разве нельзя обойтись без группы сопровождения? Много людей, много шума. Тур прав. Сопровождение необходимо. Мы головой отвечаем за безопасность господина Мартона. Да-да. Рисковать нельзя. Я через границу не пойду. Як? Пан не пойде? Раздумал, господа. Позвольте разведчику не объяснять, почему он меняет решение. Минуточку, господин Мартон. В таком случае пишите нам расписку, что отказываетесь идти. Иначе он с нас 3 шкуры сдерет. Обойдетесь. Товарищ майор! Стой! Стой! Ты что, глаза слепой? Посмотрите! Отойди на 20 шагов! Молодец, Садыков. Глаз как у орла. Thank you.
заставьте уновцев прекратить антипольские акции. Они должны воевать с советами и не мешать нам. На ведь ради этого стоит рискнуть и пойти за кордон. Благодарю за совет. Полагаете, что меня там ждут с цветами? Весь! Господин Мартин, как вы сами понимаете, ждать мы больше не можем. Ваше дело, как говорится, хозяйское, идти, не идти. Жалко только, что время потеряли понапрасну. И сюда, за кордон, шли тоже напрасно. Да и Рогозный шутить не будет. Да Клим самому себе не доверяет, не то что нам. Мы с Мироном лично отвечаем за ваш переход. Мы деловые люди, господин Мартин. Так что дайте расписочку, будьте любезны. Сколько раз вы переходили границу? Вы имеете в виду туда-сюда? Да. Раз 7. А я десяток. И жив-здоров. Если я вам заплачу хорошие деньги, вы гарантируете благополучный переход? И без денег бы это сделали. Ну, с валютой, холера, ясно, будем стараться вовсю. Все сделаем, господин Мартин. Будьте спокойны. Наши головы ведь тоже чего-то стоят, господин Мартин. Вот Арбонях. Здесь боевое охранение. Снять часового. Ясно. Вперед. Бог в помощь. У вас в хате бандиты? Ні. В хаті нікого немає. Не ври. Та що ви, паночку? В хаті не жінка і діти. Я вам даю голову на відріз. Ти свою голову дітям оставь. Не поможеш. Будеш відповідати як пособник. Понял? Понял. Що тут не понять? Вот и хорошо. Только тихо. Мы рядом. Паночку, мы что? Что, мы разом поедем? Да, вместе. О, добре. Паночку, там діти. А де твій Петро? Пішов до студови.
Та що ти тут такое? Такое п'єш, все на вас не наробиш. А ну ходи від цей шлях, бо тебе трапи. Та ходи борше, стоїш тут. Руки! За мной. Стоять! Руки! Сержант Луговой. Я. Рядовой Садыков. Я. Ко мне. Есть. Есть. Видите? Так точно. Возможно, связной. Задержать. Есть. Есть. Выполняйте. За мной. Приду к своей матери и скажу. Прости меня, мамо. Прости. Я знаю, нет ни прощения. Пусть проклятие падет на мою голову, но я все равно приду. Приду.
хочешь? Как собаку. Други мои! Святая батьковщина наша! Ты что? Нога! Догнать! Рідна Україна, захвачена большевиками, жде спасіння. ОУН – єдинственна сила, способна уничтожить комуністів на нашій землі. І ми не одинокі. Америка і Англія об'явили хрестовий поход проти комунізму. Протягнули нам руку помощі. Нашли прикордонники. Веб тобі, брат. А ну геть з хати. Геть і... А ну вели быстро куда? Геть на двір. Смотреть хату. Thank you.
Поднимайте. Скорее. Поднимайте. Я помогу. Можешь идти. Ну. Тайник. Тайник. У скалы. Там. Там. Ну, давай. А, черт. Ну, вытерпи. Что это? Товарищ майор. Это Садыков. Конец вражьим логовам. На израненную, обильно политую кровью землю пришел долгожданный мир. Героические усилия чекистов, опиравшихся на сочувствие и поддержку широких слоев трудящихся, привели к ликвидации ауновского подполья. Империалистические разведки, снабжавшие националистическое отребье инструкциями, оружием и валютой, лишились своей агентуры. В совместной борьбе с гитлеровскими недобитками закалилось и окрепло боевое содружество советских и польских пограничников. Thank you.